Так, ребята, сейчас мы с вами поступим очень интересным образом, так, семерочка. Мы сейчас будем создавать с вами колесо, но очень странное колесо, с помощью кубика. Вернее, нам нужно... Сами сейчас посмотрите, что нам нужно. Мы возьмем сейчас следующее. Мы возьмем этот куб, подвинем его по оси Y вот сюда. Вот сюда, допустим, да? И теперь, взяв Edit Mode, берем вот эти точки и их сужаем. Для чего возьмем мувик и вот так мы это сузим. Почему мы начали с этого? Потому что очень трудно поймать нужное нам расстояние. Сначала мы это сделаем, потом уже начнем там все закруглять и так далее. Хорошо. Итак, спицы, мы делаем с вами спицы. Для чего его опять идет, да? И поступим следующим образом теперь. Мы пойдем Array. А нет, сначала мы сделаем следующее. Возьмем вот этот пивот, переместим его сюда. Объект. Центр. Вот. А в этом центре мы создадим сейчас пустышечку, которая называется Empty. Вот она, вокруг которой это все будет и крутиться. Так, хорошо. Далее, пока нам это отключим, вот, не нужно нам это. Может быть, да нет, пускай так будет. Сразу же мы теперь пойдем с вами в Array. Вот он наш модифер, Array. Он выставляет сразу 2, а нам надо их 7. Так, потом сюда и relative offset, убираем constants offset. Так, дальше объект нажимаем offset, и тут должен быть у нас empty. Вот он наш empty. Переходим в вид сверху, берем rotation R и начинаем это раскручивать 7 раз. Допустим, вот так оно должно быть. Вы видите, все это слилось. И теперь мы берем Edit Mode. Видим, что вот тут мы можем как бы этим командовать, да? Ну, давайте попробуем. Опять же, сверху смотрим и выделяем эти вещи. Так, для чего мы сделаем сначала это, теперь выделение, вот это и это насквозь у нас выделится. И мувик по нормальным, да? Да, по нормальным. И мы теперь и стараемся вот так сделать, да? К примеру. Так, есть. Может быть, чуть побольше. Хорошо. А вот эти... Пытаемся чуть раздвинуть. Таким образом, сформировав правильные спицы.
Если сейчас мы выберем вот этот, мы видим, что R они теперь уже точно можем. Вот так. Прекрасно. И опять вернемся к нашему. Вот. Я думаю, что их надо подтянуть. Вот эти подтянуть немножко. То есть, опять же, выбрав вот эти два, вот так они будут более правильные. Угу. Ну а дальше уже проще. Дальше мы выбираем вот этот. Так, это уберем и смотрим сверху, как это будет выглядеть. Секунду. Сверху. Ctrl-B. И увеличиваем количество полигончиков этих. Так, получили. Отлично. Теперь посмотрим, как здесь это будет выглядеть. Вот. Это и это. Вот. Сначала, скорее всего, раздвинем. Теперь, то есть видите, это совсем не просто, блин, вот эти такой узорчик сделать. Это, ну, во всяком случае, для меня это вот требует определенных усилий и выкрутасов. Раз и раз. Все. Так, Ctrl-B. Вот так делаем кругленько. Так, смотрим сверху опять. И видим, что довольно-таки неплохо у нас получилось. Хорошо. Мне, во всяком случае, нравится. Далее, что мы можем сделать, это поставить сверху не что иное, как Ctrl. Shift A, мы возьмем сейчас меш, и меш этот будет у нас цилиндрический. И, естественно, он будет во все стороны равны, да, S, и понеслась. Вот так. А теперь сверху S по Z. Вот так. И теперь моего и применим к этому getNode и экструд, внутренний экструд. А в чем дело, почему не работаем? Потому что нам надо вот только вот этот. А, не, и вот этот тоже. Мы с вами проэкструдируем. И вот. Для того, чтобы у нас здесь была вот такая штука.
пимпочка такая была. Смотрим, да, правильная пимпочка. И теперь ее Е. Вот тут я не знаю, насколько это надо, но вот здесь точно надо. Е. Пока так оставим. Тут не знаю, но на всякий случай тоже поднимем наверх. Ага. Так, а это мы с вами сделаем следующим. Так, это Alt увеличим. И теперь возьмем. Больше сделаем. Вот теперь уже глобально нам надо перейти в глобаль. Вот так. Глобализнем ее маленько. Почему я это хочу сделать? А потому что мне здесь надо, нужны ребрышки, ребят. Я хочу вот тут. Накуролесил. Вот тут ребра. Ctrl R. И вот так, вот так, вот, вот, вот. Так вот сделать. Окей. Отлично. Далее. Выделим. И потянем наверх. Интересно, почему она не пробила здесь? Это странно. Ну да ладно. Поднимем наверх. Е. Чуть-чуть вот так. Так, ну тут я не знаю, нужно ли. Ну, на всякий случай. Е. И тоже немножко. А, стоп, стоп, стоп. Alt. Вот так. Теперь Е и зато. Вот так вот такой опыт сделаем. Хорошо. Ну а теперь как бы нам надо. Секунду, я уберу сейчас внутренности эти. Так, выделю вот это все. И тоже скажем, что информации никакой по трансформированию и Alt-M. Дистанция. Вот 23 вертикали. Правильно мы сделали? Лишних каких-то 23. Так, отлично. Далее мы пойдем в наши вот эти штучки. Вот они, да? И мы подтвердим, что это array. Все. Они у нас стали предметами, которые мы, если сейчас выделим,
то спокойно можем, воспользовавшись вот этим фаст-курвой, и сказав, из чего нам вырезать дифференц, вот так. Вот, ребят, вот такой у нас должны быть колесики. Классные такие должны быть у нас колесики получиться. Ну, а сейчас пока сделаем паузу. И вернемся уже тогда, когда начнем еще оформлять дальше это все. Хорошо, договорились.